как спичка. В железнодорожном районе из-за ремонта мотоцикла сгорел дом. Уголовно наказуемая утечка. Расследованием дела об утечке аммиака в Терновском районе занялся Следственный комитет. Незащищенная старость. 81-летней жительнице Каширского района пришлось через суд добиваться ежемесячного социального пособия. Платить не собираемся. Жителям Семилук пришли квитанции за холодное водоснабжение, которого не было. Это время новостей на канале РЕН-ТВ Воронеж. Меня зовут Тамара Чернова. Здравствуйте. Мы начинаем наш прямой эфир с новости о пожаре, который произошел накануне в полдень в железнодорожном районе. От огня пострадал частный дом площадью 50 квадратных метров. По версии местных жителей, все случилось из-за искры, отлетевшей во время сварочных работ, которые проводились во дворе самого дома. На борьбу с огнем были брошены 15 спасателей и 5 единиц техники. Этот дом горит будто картонный. Пламя охватило буквально все – крышу, стены. Кажется, вот-вот огонь перекинется на соседние постройки. Все случилось на глазах у Евгения и Сергея. Они ремонтировали крышу в доме напротив. Видим, в общем, из-за дома поднимается такой черный дым, ну и запах такой, знаете, горелой резины, что-то типа того. Сначала думали, не знаю, покрышки жгут или что-то в этом роде. А потом глядим, уже из-под конька поднимается дым. Поняли, пожар. Молодые люди бросились на помощь. Говорят, во дворе, где горело, были несколько мужчин и хозяйка дома. Все вместе пытались сбить пламя своими силами. Но сделать это было не так-то просто. Мы забежали к ним домой, пытались там что-то потушить, но там как бы бесполезно было. Там какой-то мужичок стоял со шлангом поливать, старался, но оно как бы без толку. Пожарные справились с тушением примерно за полчаса, стараясь не допустить распространения огня. Даже срезали петли на воротах соседних гаражей. Обошлось. Все, кто был в момент возгорания поблизости, говорят, начался пожар снаружи, и только потом огонь перекинулся на дом. Там какой-то дедок старый чинил мопед, и он с сварочным аппаратом что-то там, не знаю, что-то там делал. Ну и так как бы занялся огонь, и моментально все разгорелось. Из людей в огне никто не пострадал, а вот чтобы привести дом в должное состояние, предстоит приложить немало усилий. Алена Сысоева, Вадим Кузин, РЕН-ТВ, Воронеж. И еще один серьезный пожар на улице Ленинградская. В 2:30 ночи там загорелась одна из квартир в доме номер 6. В огне серьезно пострадала 57-летняя женщина. С ожогом ее доставили в областную больницу. Нескольких жильцов дома спасателям пришлось эвакуировать из горящего здания. Вот тут лежали вон мои, до сих пор моя одежда лежала, а вот тут вот стоял шифонер с одеждой. Бывшую спальню огонь буквально уничтожил. Как это было, рассказывает сестра пострадавшей. 57-летние женщины жили вместе в этой квартире. Признается, перед тем, как случится пожару, они выпивали. В гостях был еще сосед по двору, бывший одноклассник. Как именно загорелась, женщина не видела. Находилась на кухне и вдруг почувствовала запах гари. Открываю дверь, уже горит стена, горит шифонер. Я говорю, Сашка, говорю, это... Быстрее, говорю, тушить надо. Говорю, моя комната горит. Он говорит, ну и хрен с ней, пусть горит. И все, и ноль эмоций. А потом смылся под шумок. Таньку оставил. Говорю, Сашка, бывало, тебе Таньку, говорю, в подъезд. Сестра Татьяна теперь в больнице со множественными ожогами. После выпитого в момент пожара женщина плохо соображала. А Вера почти уверена, все из-за мужчины. Говорит, он, скорее всего, курил. И то ли случайно, то ли намеренно бросил окурок в шкаф. Да и вообще жалуется Вера. Приятель уже 2 года не дает спокойно жить. Избивает, отнимает пенсию, заставляет пить. 23 года отсидел. Первая статья была у него за изнасилование. Вот потом сначала хотел изнасиловать меня. Я говорю, Саша, я тебя посажу, если ты меня тронешь. Он дома вообще не бывает практически. Он с утра к нам, с рыбалки к нам, на ночь к нам. А соседи погорельцев вспоминают пожар, который произошел тут в ноябре прошлого года. В этой же квартире тогда загорелся балкон. Курил на балконе, да, Ходин? Оставил бычок. Погорели. Вот сосед сверху стоит. Балкон весь спалили, обшили только этим летом балкон. Сейчас то же самое ночью произошло. Причина сегодня? Сегодняшнего пожара пока неизвестны, но гостю, от которого, по словам людей, одни беды, уже ходил участковый. Возможно, полученные показания прояснят ситуацию. Алена Сысоева, Андрей Цыганков, РЕН-ТВ, Воронеж. Подозреваемый по делу об убийстве в парке Танаис вот-вот предстанут перед судом. Погибший, я напомню, 23-летний молодой человек. В конце ноября прошлого года его нашли в парке мертвым, без одежды, всего в побоях. Расследование трагедии завершено.
Жестокая расправа, совершенная чуть меньше года назад в парке Танаис, потрясла тогда многих воронежцев. По версии следствия, над 23-летним парнем поиздевались из-за ноутбука. Трое его знакомых заподозрили приятеля в краже и решили проучить. Сначала избивали в подъезде одного из домов, потом отвели в парк и уже там продолжили начатое. На теле погибшего преступники не оставили и живого места. Трое парней, двоим из которых на тот момент не было и 18, били, пытали и даже хотели поджечь свою жертву. Чтобы скрыть улики, они раздели несчастного догола, его вещи разбросали по ближайшим мусорным контейнерам, а самого оставили умирать на улице. Изувеченное тело наутро обнаружили случайные прохожие. Подозреваемых задержали по горячим следам. В ходе следствия молодые люди частично признали свою вину. Известно, что раньше они уже имели проблемы с законом. Проведен большой ряд следственных действий, в результате чего было доказано вина, соответственно, наших обвиняемых. Вот. Уголовное дело было направлено в прокуратуру Советского района города Воронежа. Вот. И в связи с тем, что была собрана достаточная база для предъявления обвинения, уголовное дело было направлено в суд. За устроенный самосуд, умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть человека, молодым людям грозит до 15 лет тюрьмы. Мы будем следить за этим процессом. Ольга Зобова, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж. Виновникам аварии на аммиакопроводе грозит уголовная ответственность. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Заниматься им будет Следственный комитет. Стало известно, что полиция передала материалы в СУСК. Сумму ущерба оценили больше, чем 855 миллионов рублей. Утечка аммиака на трубопроводе, напомним, произошла в июне в Терновском районе. Жители села Лепеги почувствовали едкий запах, увидели белое облако над полем и вызвали спасателей. Эвакуировать тогда пришлось 700 с лишним человек. На следующий день аварию устранили, но последствия оказались плачевными. В атмосферу попало больше полутонны аммиака. Оказалось, загрязнена почва на площади почти 65 гектаров. В зоне аварии наступила так называемая аммиачная осень. Растения быстро пожелтели и высохли, урожай был потерян. А в реке Сухой Крачан погиб. Погибла рыба. На ее восстановление уйдет около 5 лет. Здесь ущерб еще на 1 200 000. Как выяснили эксперты, авария случилась из-за разгерметизации одного из соединений. Утечка жидкого аммиака произошла вследствие неудовлетворительного качества ремонтных работ на трубопроводе, проведенных в мае 2014 года. Организационными причинами аварии явилось отсутствие должного контроля со стороны руководства предприятия по организации ремонтных работ, а также ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ремонтным персоналом при проведении вышеуказанных работ. Дело возбуждено по статьям загрязнение вод и порча земли. Виновным грозит уголовная ответственность и крупные штрафы. Кстати, массового отравления людей тогда не произошло лишь чудом. Пострадал только один человек – охранник местного сельхозпредприятия. Начальство запретило ему покидать рабочее место, но по этому случаю ведется отдельное разбирательство. Елена Тимонова, РЕН-ТВ, Воронеж. Детские реаниматологи бьют тревогу. С началом грибного сезона появились и первые пострадавшие от отравления грибами. Пока речь идет о двух детях. Они, к счастью, прошли лечение и выписаны домой. Но такие пациенты, как правило, еще долго расплачиваются за тихую охоту своим здоровьем. Врач-педиатр и ведущая рубрики о новостях медицины Наталья Фокина может рассказать об этом более подробно. Ей слово. Ежегодно в лесах России идет смертельная война между человеком и грибами. Еще 10 лет назад ее жертвы исчислялись десятками. Сейчас грибники стали опытнее и осторожнее. Однако до полной победы еще далеко. В прошлом году у нас умер ребенок, который имел тяжелое отравление бледной поганкой в возрасте 2 лет. И несмотря на интенсивную терапию, в течение 12 дней этот ребенок скончался. В этом году у нас было 2 детей, которым проводились эфферентные методы детоксикации. Эти дети были реабилитированы, спасены, имеют хорошее качество жизни. Самый коварный и опасный гриб – бледная поганка. Она освоила все премудрости маскировки, поэтому так часто попадает в корзинку к зазевавшемуся грибнику. Достаточно 0,1 миллиграмма на килограмм массы тела этого токсичного вещества, чтобы убить человека. Для ребенка 10 килограмм эта доза составляет 1 миллиграмм. Мы знаем, что в шляпке бледной поганки содержится приблизительно 15-20 грамм. То есть одна шляпка бледной поганки может убить взрослого человека. Таким образом,
Если мы, не дай бог, в пищу употребили один гриб, он может отравить не одного человека, а нескольких человек или нескольких детей. Ядовитые токсины бледной поганки содержатся не только в ее ножке и шляпке, но и в спорах. С помощью ветра они переносятся на соседние, вполне съедобные грибы, растущие в радиусе до 3 метров, превращая их в бомбу замедленного действия. Вообще, если говорить о Воронежской области, она эндемична по бледной поганке. Ну, Бог так распорядился, что в нашей области, наверное, произрастает наибольшее количество, может быть, даже и в России, может быть, и в мире бледной поганки. Токсины бледной поганки нельзя уничтожить. Она ядовита в любом виде. Не имеет смысла проверять грибы с помощью вареного лука или серебряной ложки. Неискоренимая вера в подобные антинаучные мифы многим грибникам стоила жизни. Токсины бледной поганки, они термостабильны, они не инактивируются кислотами, они долго сохраняют свою токсичность при высушивании. Поэтому все методы кипячения, все методы высушивания или другие методы обезвреживания, они не приводят к тому, чтобы обезвредить этот токсин. Отравление происходит в несколько этапов. Сразу после употребления пострадавший ничего плохого не подозревает и прекрасно себя чувствует. Через сутки или двое начинает болеть живот, возникает рвота и жидкий стул. Затем приходит облегчение, так называемый период мнимого благополучия. Больной идет на поправку, однако смертельные токсины продолжают разрушать его организм. В 90% случаев отравление заканчивается летальным исходом. Первые симптомы начинаются головокружение, сильной головной боли, жажды, иногда потеря зрения, затем возникает выраженные боли в животе, неукротимая рвота, жидкий стул, наступает обезвоживание, отсутствует мочеиспускание, и это приводит все к летальному исходу, если не обратиться за медицинской помощью. Дорогие мамы и папы, этот сюжет – крик души детских реаниматологов, которые за каждого ребенка, поступившего в отделение, борются как за своего, родного. Мы всегда трагически переживаем те случаи, когда мы не можем, оказывая помощь, ребенка спасти. Это наиболее особые запоминающиеся ситуации в жизни каждого реаниматолога, когда ребенок приходит своими ногами, и мы с ним разговариваем, когда надеемся на чудо, что мы его спасем, но, к сожалению, чудо не происходит. И это очень тяжело сказывается на психике как персонала, так и родителей. Известны случаи, когда рушатся семьи, когда родители накладывают руки на себя, когда родители оставляют детей на лето бабушкам и дедушкам на попечительство. Бабушки и дедушки очень просто смотрят на вопросы, накормили ребенка, а потом происходят семейные драмы. Поэтому, чтобы этого избежать, чтобы не было таких драматичных исходов, лучше грибы не употреблять. Во время съемок мы познакомились с еще одной маленькой трагедией. Маленькой не потому, что она несущественная, а потому, что ее главный герой весит всего 900 граммов и прожил всего 1 месяц. Крошечного Венечку мама оставила в роддоме в тяжелом состоянии. Благодаря усилиям медиков сейчас малыш идет на поправку. Доктора говорят, что сейчас он нуждается не столько в лекарствах, сколько в заботе и любящих руках мамы, которую, мы надеемся, он обретет после нашего сюжета. Этому крошечному человечку и еще десяткам таких же сирот требуются средства гигиены, подгузники, мыло, присыпки. Мы надеемся, что неравнодушные воронежцы откликнутся и окажут посильную помощь. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам, указанным на экране. И мы продолжаем новости в прямом эфире. Спасибо, что смотрите нас. Далее. 3 миллиона доз. В Воронеже обнаружена огромная партия синтетических наркотиков. Платить не собираемся. Жителям Семилук пришли квитанции за холодное водоснабжение, которого не было. Знакомство виртуальное, а свадьба реальная. В день интернета в Воронеже зарегистрировали пару, нашедшую друг друга в соцсетях.
8 лет колонии за взятку внедорожником экс-начальника Воронежского УФМС Николая Полуказакова приговорили к тюремному сроку. Кроме того, он должен выплатить десятки миллионов рублей штрафа. Такое решение вынес накануне Свердловский суд Белгорода, где рассматривалось дело бывшего воронежского чиновника. Как было установлено, именно в Белгороде Полуказаков получил взятку. Эти события произошли еще в сентябре 2013 года. Николай Полуказаков получил от узбекского автоконцерна внедорожник Volkswagen Touareg. За иномарку стоимостью 2,5 миллиона рублей он обещал помочь в получении квот на ввоз иностранных рабочих в Россию. Изначально чиновнику вменялась взятка в размере полной стоимости машины, но позже сумму снизили до 1 миллиона рублей. Как выяснилось, начальник миграционной службы забирал Touareg из салона по системе трейд-ин, то есть оставил взамен свой старый автомобиль. Обвинение требовало для Николая Полуказакова 9 лет тюрьмы, а сам он просил меру, не связанную с лишением свободы, из-за состояния здоровья. Кроме того, говорил, что крупный штраф выплатить не сможет. Но суд остался на стороне обвинения, скостил, что называется, только год. Штраф назначил в размере 75 миллионов рублей. 81-летняя жительница Каширского района через суд добилась получения денежной компенсации в связи с гибелью ее отца в годы Великой Отечественной. Глухонемая пенсионерка обратилась в управление соцзащиты еще прошлым летом. Однако тогда в пособии ей отказали. Пенсионерка из села Красный Лог потеряла отца в военные 40-е. Тогда никаких выплат ни от кого не требовала. Несмотря на недуг, женщина глухонемая с детства, всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Даже получила почетное звание «ветеран труда». Сейчас живет одна, а ухаживает за ней племянница. Родственница и узнала однажды, что по закону ее тете положено ежемесячное пособие. Обратилась в соцзащиту, но там почему-то отказали. Сдаваться не стала, написала заявление в прокуратуру, и оказалось, что на получение выплат за погибшего отца старушка имеет полное право. На истицу распространяются льготы, предусмотренные федеральным законом о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат, так как истица является инвалидом с детства. Суд постановил назначить пенсионерке ежемесячные выплаты с момента обращения в прокуратуру, то есть с мая этого года. Органам соцзащиты осталось только определить размер положенного ей пособия. Ольга Зобова, Вадим Кузин, РЕН-ТВ, Воронеж. Невероятно огромную партию синтетических наркотиков обнаружили в Воронеже у 25-летнего гражданина Белоруссии. 3 килограмма концентрированного вещества. Из этого могло получиться 3 миллиона доз спайсов и других наркотиков. Курительные смеси парень делал сам, там же, где и хранил концентрат. В арендованном гараже в Советском районе. Открывай, пришел. Это что, пояснить? Трус. Здесь настоящий склад синтетики или даже магазин. Наркотики на любой вкус и цвет. Рега, скорость, он считается самым мощным, всего больше 3 килограммов. Все это мужчина продавал оптом и в розницу. На каждый пакетик приклеивал название и ценники. Ты не пробовал, да? Запах вещества и правда такой, что без противогаза не обойтись. Вот и наркоделец говорит, в гараж заходил только в респираторе и перчатках, заботясь о здоровье. А чтобы упаковывать товар, специально приобрел ручной запаиватель. 25-летний мужчина прибыл в Россию около года назад. Женился и планировал получить гражданство Российской Федерации. Преступной деятельностью он начал заниматься с июня этого года, так как не мог здесь найти высокооплачиваемую работу. А наркотики прибыль приносили. В месяц около 200 тысяч рублей. В день мужчина продавал от 50 до 100 граммов синтетики. Но, как установили наркополицейские, он лишь звено в большой цепочке. Кто поставлял в Воронеж это зелье, пока выясняют. А гражданину Белоруссии грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Елена Тимонова, Андрей Цыганков, РЕН-ТВ, Воронеж. В преддверии Дня пожилого человека, который отмечается в России 1 октября, воронежцам рассказали, как дожить до глубокой старости. Встречу провели в библиотеке имени Никитина в рамках уже общеизвестной акции «Живи долго». Тема долголетия заинтересовался наш корреспондент Юлия Левачева. 969 лет. Именно столько, согласно древним преданиям, прожил патриарх Мафусаил. Летописец Нестор немного меньше 3 человеческих жизни. Так что идея долголетия человечество одержимо не одно столетие. Однако сегодня врачи убеждены, долгожительство – редкий феномен. Поспорить со светилами наук готова воронежская пенсионерка Прасковья Кузьминична. Глядя на эту женщину, трудно поверить, что всего через пару лет ей исполнится 80. По словам пенсионерки, почти все в их семье долгожители. Мама дожила до 92, а дед вообще прожил 102 года. Секрет же, говорит женщина, прост. Вся сила в движении. Слишком трудолюбивые.
трудолюбивые все в семье были, все. Я с детства работала, все могла, что могла делать, все делала. И на огороде, и дома, и в квартире, все буквально. Трудолюбие, гены, но и о качестве жизни Прасковья Кузьминична предпочитает не забывать. Поэтому и пришла в Никитинку послушать, что посоветуют медики. На этой встрече с пенсионерами беседует врач-фитотерапевт. Специалист по травам прежде всего подчеркнула, старение – процесс естественный, необратимый. Относиться к этому надо спокойно. Вот до 30 лет, это в среднем, человек растет. У него есть уже процессы старения, потому что клеточки отмирают. Однако медики убеждены, молодость можно продлить, придерживаясь простых правил. Пить больше воды, правильно питаться, вести здоровый образ жизни. Воронежцы старательно записывают все советы. Признаются, хотелось бы прожить пусть не столетнюю, но здоровую жизнь. В этом горожанам уже третий год помогает клуб «Пойми себя». Раз в месяц. Но сейчас это каждый последний понедельник месяца. Работает клуб «Пойми себя». Иногда мы приглашаем каких-то других специалистов, врачей самых разных. Лекции проводятся на темы, связанные со здоровьем, с организмом человека. Кстати, на встречи со специалистами в области медицины и вообще человеческого здоровья могут приходить все желающие. Информация об акциях вывешена на стендах Никитинской библиотеки. Юлия Левачева, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж. Накануне была увековечена память наших земляков, которые жили в Воронеже в 17-19 веках. Памятный знак открыли у Успенского адмиралтейского храма церковного погоста. Уже известно, что там покоятся в том числе и очень известные в прошлом люди, те, чьи имена и сейчас у нас на слуху. У Успенской церкви совершают литию за упокой воронежцев, похороненных здесь в 17-19 веках. Это кладбище было утеряно в 1972 году из-за подтопления храма, но в 1996 несколько десятков погребений обнаружились во время реставрационных работ. Найденные останки перезахоронили по старинной традиции за стеной алтаря. Теперь о них напоминает этот крест и памятный знак. Мы как бы восстановили ту историческую правду, которая должна быть, потому что нельзя забывать своих предков. Нельзя забывать свою историю, свои корни. Вот поэтому у нас и стоит эта замечательная плита и крест, который, надеюсь, будет местом особого почитания среди жителей нашего города. Кстати, имена 8 человек к этому времени удалось установить. В их числе последний воевода Воронежа Петр Максимович Игнатьев и известный всем купец Петр Никитич Горденин. Памятный знак установили за счет пожертвований прихожан Успенского храма, а его открытие приурочили к череде событий, посвященных Дню города, как дань памяти и признательности тем, кто жил и трудился на благо Воронежа. Александр Хожайнов, Андрей Куцев, РЕН-ТВ, Воронеж. Жители микрорайона Березки и поселка Новый Семилукского района оказались в странной ситуации. Им предъявили счет за воду, которой они и не пользовались. Ее просто не было. Разбираться в этом пришлось сотрудникам прокуратуры. В сентябре жители поселка Новый микрорайона Березки получили квитанции на оплату технической воды для полива. Причем счет выставили и тем, у кого есть водопровод и установлены счетчики, и тем, у кого своя скважина и кто не зависит от централизованной системы. 2000 прислали, причем у кого там 3 сотки, у кого 40 соток, у кого там вообще, вот тут у нас бабушка живет, вот здесь вот прям пониже, ей 8 с лишним лет, она вообще огород не сажает. Ей тоже сам прислали 2000 за воду. То же самое. Сумму выставили одинаковую для всех, невзирая на показания счетчиков. А еще не обращая внимания на то, что в поселке Новый, к примеру, воды не было почти все лето. С оплатой за питьевую воду тоже не все понятно. Жители готовы заплатить по счетчику за использованные объемы. Но в сентябре они увидели цифры, которые их удивили. Заключали договор на поставку холодной воды, такой питьевой. Мы заключали и без всяких разговоров. А сейчас, если они просто выставили счет, они нам не объяснили, ничего не сказали, почему это такая сумма. И в связи с чем? Почему не принесли, например, в июне, за май нам эти счета не выставили постепенно, как и положено? Когда в ситуации начала разбираться прокуратура, выяснилось, что питьевая вода вовсе не питьевая, а обычная техническая. Показания счетчиков при начислении платы ресурсоснабжающая компания «Развитие» почему-то проигнорировала. Генеральному директору «Развитие» внесено представление с требованием устранить указанное нарушение жилищного законодательства и произвести перерасчет жителям микрорайона Березки и поселка Новый города Семилуки
выставленной платы за оказанную услугу холодное водоснабжение. Теперь директору ООО «Развитие» грозит штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Сейчас дело об административном правонарушении рассматривают в Роспотребнадзоре. Владимир Смехнов, Андрей Цыганков, РНТВ, Воронеж. Нештатную регистрацию брака устроили во дворце бракосочетания. Торжественную церемонию среди недели там решили провести в честь Дня интернета. Он отмечается в России 30 сентября. В этот день сотрудники ЗАГСа распахнули двери перед теми, кто нашел друг друга во всемирной паутине. Владимир и Яна вот-вот станут мужем и женой. К этому дню молодые люди шли 2 года, познакомились в интернете и на судьбоносную, как оказалось, встречу решились уже после пары дней переписки. Я скачал приложение, не помню, как его, искал долго, вот. Потом увидел очаровательную девушку, решил ей написать. Я вообще собирался удаляться, и тут написал вот он, и... Ну да, я тоже сам. Ну почему бы не встретиться в последний раз? Вдруг повезет, и вот, повезло. Итог интернет-везения – реальная свадьба. Напутственные слова, роспись, свидетельство о браке, обмен кольцами и, наконец, первый супружеский поцелуй. Все по-настоящему. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем. Торжественных бракосочетаний по средам во дворце обычно не устраивают. Но сегодня особый случай. В день интернета предложено зарегистрировать брак тем, кто нашел друг друга во всемирной паутине. Мы решили как-то по-особенному этот праздник отметить. И поэтому в центральном отделе ЗАГС повесили пару месяцев назад объявление о том, что мы приглашаем пары, которые познакомились через интернет, зарегистрировать брак в этот день. Но, кстати, сейчас только по приблизительным подсчетам интернетом пользуются около 90 миллионов россиян. Сколько из них нашли свою вторую половинку в сети, остается только догадываться. Девочка, живущая в сети, нашедшая любовь между строк. Ольга Зобова, Вадим Кузин, РЕН-ТВ, Воронеж. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. А прямо сейчас нам расскажут все о погоде. До свидания, берегите себя.